Ребята, у нас новый сюрприз под забором. Не бойся, детка. Ужас. Сейчас будем обрабатывать. Собака у меня есть. Какая большая собака у меня есть, но это уже поправился. И что ты за зигзигой? Ты убежал. Спрятался. Все. Большая у меня собака есть. Да. Носик хороший, мы поправились. Так, это счастье. Девочки, только что приезжал Матвей, который помогал нам покупать трубы, перемычки, доски. В общем, он приехал сейчас и забрал малыша. Сказал, что они с женой решили, что у них будет четвертая собака. Моцарт. Так назвали нашего ребенка. Спрашиваю, почему? А говорит, поет громко. Пока, говорит, ехал всю дорогу, пел. Матвею я доверяю, он животных очень любит. К тому же собаки мелкие, йорики там и еще какие-то. Он взял двух старичков из другого приюта. Уход хороший, человек замечательный. Так что, ребята, наш Моцарт поехал домой. С Богом! Это тот малыш, который в ящике сидел с раненной головой. Ты что думаешь по этому поводу, что Матвей так долго работает, а? Арти, ты согласен? Ты согласен или нет? Все равно тебе, что ли, Арти? Не согласен. Правильно, не согласен. Мы не согласны. И Джесси не согласна. И Грета вообще не согласна. Пожаловать домой. А,
Надеюсь, это не моя подушка, ведь подушку я убирал, главное, это не моя подушка. Уже хорошо.